Я познакомился с ней где-то в январе. Она стояла на трамвайной остановке. Я подошел и пригласил ее к себе. На тяжку кофе в неформальной обстановке. На вид ей был 20-25. И симпатичная, но мне так показалось. О женских формах лучше промолчать. Памела Андерсон, фу, да рядом не валялась. Другая бы устроила скандал. Без промедления громко возмутилась. Спасибо тебе огромное. Я надеюсь...